Умники мои, очень важная новость. Даня Кашин выпустил дис на Гнойного. Я не знаю, как он контактировал с Соболевым, потому что, ну, как бы, Слава КПСС выпускал дис на Соболева. А тут, как бы, Даня дис на Славу, ну, вы поняли. В общем, мне кажется, Даня будет еще жестче, чем Слава КПСС. Так что давайте посмотрим, как вообще это все будет выглядеть. Так, ладно, я знаю Даню Кашину, так что, господи, упаси, Дань, давай не так сильно. Алло, Коль? Привет, это Даня Кашин. Даня Кашин, не узнал? Узнал. Слушай, я по поводу Гнойного. Не слушай его, не иди на батл. Он вообще чего он добился, да? Я видеоблогер, как тесак на зоне. Пиздел на коляна, пиздец, ты гомик. Идеальный человек всегда поможет, если надо. Да кого-то залопнулся и зовешь на версус батл, лох. Вот это панчи. Не трогай Колю, Коля оголится, ты молишь Бога. Я ебашу по тебе, как будто я сижу на коксе. Ведь я как Гнойный, а ты как Окси. Окей, Дань. Я рэп-кондуктор, где ваш билетик слава опять развел, будет и хайп в нете. Это видеоблоги, сука, мать, чек не забьешь. На версию забыл про чей, жду изви... Подождите, это же та же самая стена, или мне кажется? Хотя не, мне кажется. Не идешь нахуй, за свой прошу, иди с нами, лаху. Как бы как не легла, ты идешь нахуй. Знаешь, что твоя цепочка с ювелирки птахи. Дань, молодец. Ваны, бедры, ты попался на пранк и не сдал семестр. Кому-то продался, уточни моменты. Что-то я не видел. Даже птаху сюда. Тебя ходи ленты, бой. Дикий, ты дикий, не знаешь, что колено дищи на вики. Это рак и боковой социальный эксперимент. Коля император, чтобы Слава пожалел, знаешь. Извиняться поздно, ютуб тусовка, тут все серьезно. Я го тебя ищет, въебать за кулю. Зашпарим тебя, выложи в сторис себе лопа. Он ждал. Дань, молодец. Ловаться, залил свой диск, чтобы не нарваться. Ты как антикейт воруешь баксы, но ты всегда КТ, словно аннотация. Бать, нихуя я тебя разъебал. Блогер с рэп мэйд ми дует. Поясни мне за культуру, Слава. Я сделаю реакцию на твой новый клип и скажу, что он мне не понравился. Это мое имхо. Слава, не жди, что Колян на батл. Я пизду. Слава КПСС, Соня Мармеладова, Гнойный. Только не надо, пожалуйста, эти отмазы, типа, это не бутылка была, это стул. Не надо пиздеть, ты полез на ютуб. С нами Халберы, с нами Николай Соболев, Янго. Лучшие люди на свете. Боже, как он рофлит. Понял. Мы тебя ёбнем, еще раз сюда придешь. Услышал, слышал, это ствол перезаряжал. Ладно, это намного лучше. Это лучше, чем от Славы КПСС. А это тут все серьезно, это серьезные игры. Не лезь сюда, туда. Ну это фирменная Даня. Ты согласен? Я не могу. Зачем ты в конце харкаешься? Так, ладно. Спецэффекты. Согласитесь, ребята, вот диса угарнее Дани Кашина вы не найдете. Потому что если сравнивать сейчас дис Слава КПСС и Дани Кашина, то, ну, вы понимаете, кто здесь выигрывает. Он и рофлит, и в то же время так панчит, в то же время унижает и защищает. Ну, я не понимаю, кстати, почему он вступился за Соболева. Они разве кореша или что? Ну, я типа не знаю, не. Ну, походу, да. Поэтому, мои умники, если вам понравился его дис, да по-любому понравился, то вот, ну, если хотите, можете поставить, конечно, лайк. Вот, и если хотите, можете подписаться на канал, но я никого не заставляю. Вот, если только хотите, вот только тогда подписывайтесь. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока. Да.